предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – шикарная куртка. Пусть не из кожи, но точь-в-точь, как натуральная кожа. Когда вы к ней прикоснетесь, вы это сразу ощутите. Куртка Дженни от бренда Pre-Woman. По цене только сегодня. Хотите стать на 10 лет моложе? Хотите выглядеть стильно и при этом сэкономить? Для вас куртка из высококачественной эко-кожи, которая выглядит как натуральная. Представит Микола Комендров, звездный стилист. Современные тенденции диктуют нам совершенно другую практичность, и эко-кожа является одним из самых главных олицетворений практичности. Она не промокает, что обеспечивает нам возможность в дождливую погоду чувствовать комфорт, прогуливаясь именно по городу. Подкладка у нас с вами, выполненная в таком же оттенке, как и кожа, не промокает, что обеспечивает нам как раз-таки безопасность. Правильный пошив именно изделия по ГОСТу, элегантные молнии и, самое главное, длина. Куртка у нас с вами не короткая, поясница будет защищена 78 сантиметров и большая палитра красок. Например, вот такой глубокий изумрудный цвет вы сейчас видите на нашей Ольге. Она вам сразу демонстрирует с элегантными клетчатыми брюками, которые я сегодня говорил в начале часа, и блузы с асимметричным кроем. О них мы поговорим чуть позже. Правильно, именно так и нужно заказывать, ведь сегодня чем больше заказываем, тем больше подарков получаем. Об этом чуть позже, вначале выберем цвет. Вот этот цвет называется коричневый, он лично у меня ассоциируется всегда с осенью. Давайте посмотрим на изумрудный оттенок. Пока есть наличие, но 48 размер в единичном экземпляре. Синий цвет, посмотрите на него, богатый, благородный для наших шикарных женщин, для королев. Также у нас с вами есть насыщенный бордовый цвет, и завершит эту палитру элегантный васильковый оттенок, который вы сегодня увидите на нашей Ксении. Не совсем завершит, еще есть черный цвет, который вы можете также сегодня заказать. От 48 до 66 размера. Скидка 46%. С учетом скидки цена 3499 рублей. За каждую презентацию обычно эту куртку разбирают в количестве более 450 экземпляров. Вы успеете сегодня заказать и получить подарок от телеканала Шоп-н-Шоу. Уход за лицом и за волосами. Давайте я вам покажу, что вы получаете сегодня в подарок. При заказе от 2990 рублей вы получаете масло для волос. Уход за волосами. При заказе от 3990 рублей крем с экстрактом женьшеня. А при заказе от 4990 рублей сыворотку для лица. Заказывая куртку, вы уже получаете гарантированно два подарка. А заказывая готовый образ и бесплатную доставку, и три подарка от телеканала Шоп-н-Шоу. Как выбрать размер, Микол? При выборе размера мы можем с вами отталкиваться от своего восприятия на холод. Кто-то любит утепляться, и поэтому куртку возьмет на размер плюс, для того, чтобы хорошо ее сочетать с более плотными свитерами или, например, свитшотами с капюшоном. А вот если вы дама жаркая и носите кожаные куртки просто поверх легкой шифоновой блузы, тогда смело можете взять и размер в размер. Вот Оля сейчас объединила его вместе с платьем. Джейдин. Платье, кстати, тоже можно носить в осенне-летний период в качестве плаща. То есть, расстегнув полностью, одеть уже поверх совершенно другого платья. Но сегодня мы соединили его для осени так. Платье здесь отвечает за платье, куртка отвечает за куртку. Объединили, подтягиваем силуэты и, конечно же, получаем вкусный, насыщенный образ. А самое главное, выглядим дорого. При этом наш кошелек все равно остается с деньгами, потому что мы с вами разбогатели. Слушай, вот чем отличается эко-кожа от обычной кожи? Что касается эко-кожа, она у нас с вами практически ничем не уступает натуральной коже, потому что она у нас с вами имеет те же самые свойства, даже иногда полностью ее имитирует. Она пластичная, она гибкая, она имеет такую же пористую поверхность натуральной мерии. Но при этом эко-кожа лучше сохраняет краситель, его не нужно подкрашивать с годами. Плюс, если вы где-то повредили кожу, ее всегда можно нарастить. Сейчас новые ателье этим как раз-таки и занимаются, и могут создавать. Плюс ее можно постирать. А еще ее можно достаточно удобно посмотреть во внутреннюю часть. Здесь у нас с вами подкладка. Она имеет, смотрите, какой хороший язычок. Отложен для того, чтобы не разрываться в спинке. Специальные рельефные выточки по груди для того, чтобы она не тянула. Имеет достаточно плотный глухой звук, говорит о качестве именно изделия. Ну и, конечно же, компактность. Такую куртку можно небрежно сложить в комок. Попробуйте сделать это с натуральной кожей. Будет жалко.
С экологической можно. Как многое молодежь, если вам куртка не нужна или на улице стало жарко, можно обвязать, например, себе талию или закинуть ее на плечи в качестве блейзера. Это тоже у нас с вами имеет место быть. И эту куртку вы можете себе позволить. Если мы говорим, девчонки, о натуральной коже, мы прекрасно понимаем, что сейчас, в осенний период, мы пойдем в магазины, и кожа будет очень дорого стоить. Потом будут скидки, но никогда не может стоить кожаная куртка 3990 рублей. На самом деле кожаные куртки не такие практичные. Они очень часто быстро стираются, и потом приходится в ремонт. Да-да-да. В ремонт относить, и потом подкрашивать. Сегодня вы выбираете гораздо практичнее варианты, долговечнее, соответственно. Нежная, приятная, комфортная, защищающая от дождя, что осенью нам просто необходимо. Микола, скажи, пожалуйста, смотри, какая длинная куртка. Вот моя сестра, у нее, например, пышные бедра. И она не может себе позволить удлиненные вещи, да, вот по фигуре они у нее не садятся, все время вверх задирается. Подойдет ли для нее такая куртка? А? Так как у нас с вами куртка выполнена в такой длине, 78 сантиметров в стартовом 48 размере, данная куртка у нас с вами имеет свободу. Она расклешается к низу, поэтому такая длина не будет сопротивляться именно с дамами нижнего типа фигуры. Специальный клин, вкроенный именно в зоне ягодиц, который, кстати, более мягкий, он может складываться и при посадке, наоборот, растягиваться для того, чтобы вы, например, сели в автомобиль, и, видите, попа будет полностью закрыта у нас с вами именно кожей. То есть это тоже очень немаловажно. Особенно молодая мама села на лавочку, надо быстро, срочно перепеленать ребенка. Вы сидите в автомобиле, в общественном транспорте. В транспорте осенью холодные кресла, как именно и в метро, и в автобусе, и в трамвае, и троллейбусе. Такая куртка даст вам возможность согреться и быть комфортной. Кстати, согревает она до минус 5 градусов. Отлично, стильная, модная, идеально скроенная для каждой из вас. Помните, когда мы приходим в магазин и выбираем для себя кожаную куртку, она, как правило, всегда короткая. Удлиненные они как-то смотрятся не очень, они широкие, бесформенные. Это прям по фигурке, со стройнящим эффектом. За 3499 рублей. Насколько это модно и популярно сейчас, Микол? А давайте с вами посмотрим. Смотрите, у нас с вами Кристиан Бони, Дисквайр, а также у нас с вами есть трусарди. Из них только трусарди из натуральной кожи. Два предыдущих из эко. Нина Ричи, натуральная кожа Tommy Hilfiger, эко-кожа Hermé или Hermès у нас с вами натуральная кожа. Вы видите отличие? Натуральная кожа и эко-кожа давно перестали иметь какие-то границы различия. А стоит ли переплачивать иногда за натуральную кожу? Кому нужны эти пафосные именно элементы, когда можно сделать пафос подешевле? Ну что ж, сегодня вы выбираете стильную куртку, на вас все будут засматриваться и говорить, какая стильная женщина. Будьте яркой и модной по цене только сегодня.